Отойди. Да, гиппогрифы. Помнишь, как Хагрид его звал? Ну, конечно. Ой, хорошо. Лё, какой же красивый. Чпойник. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в новую серию прохождения Хогвартс Легаси или же Наследие. В предыдущем видео мы с вами остановились вот на этом замечательном моменте. Лорд Гок довел нас с вами вот до этой пещеры, в которую мы с вами отправимся. Но перед началом я хочу напомнить, что если ты хочешь поддержать меня и мой канал, обязательно влепи большой палец вверх. И также напиши комментарий с тем, как ты думаешь, что нас будет ожидать в этой пещере. Какие-то предположения, возможно, они сбудутся. Действительно ли это какая-то западня и ловушка, как я уже говорил в конце предыдущей серии. Или же все будет четенько, мы с тобой всех победим, принесем шлем и все будет отлично. Ну, либо напиши какой-нибудь другой комментарий, в любом случае что-то черкани, мне будет очень интересно почитать. И тем более, что все комментарии я лайкаю, отвечаю, как ты знаешь, вот это вот все с тобой, коммуникация у нас с тобой очень даже хорошо налажена. Вот, ну, а мы, соответственно, погнали. Я немножечко переставил заклинание, поставил огненное на, соответственно, низ, вот это вот наше правое, точнее, левое, мощное, тоже огненное, будем его также юзать и использовать. Еще новые депульсы, которые мы изучили, которая будет всех отталкивать, и Левиоса, возможно, пригодится, возможно, нет. В любом случае, заходим и смотрим, что же это такая за пещера. Насколько я понял, будет у нас с тобой новый тип врагов, которые как раз-таки боятся огня. Для чего нам нужно было изучать депульса, пока что неизвестно. Но, возможно, здесь будет много каких-то пещер, таких обрывов, в которые мы с тобой сможем скидывать врагов. И, кстати, реально, я сейчас вспоминаю, что те рыцари, которые с нами с тобой сражались, можно было бы неплохо на них использовать вот это вот отталкивающее заклинание. Они могли просто сваливаться вниз за пределы карты, если это подразумевает сам по себе уровень. И было бы очень даже неплохо. Вот, хилочки у нас 13 штук, в принципе, нормально пойдет. Ну, а мы с тобой спускаемся, и ты посмотри, как эпично у нас загораются факела. На самом деле, это пипец, какая имба с той точки зрения, если здесь кто-то есть и нас ждет. Потому что, ну, прикинь, как мы спалились. Заперто. Заперто, 100%. Бабочки, не хватает одной. Ага, тут что? А тут монетки, 8 штучек. Маловато будет, маловато, хотелось бы побольше. О, бабочка. Собираем. Мотыльки. Любопытно. И коричневые кожаные перчатки без пальцев. Неплохо. А как ее взять? Может быть, ее нужно приманить к себе с помощью вот этого заклинания? Нет? Нет. А вот это? Нет. А огонь? Нет. И вот это. Короче, ни одно заклинание, походу, не работает. А подожди, а каким образом тогда ее открыть? Ривелио. Ну, бабочка здесь. Я понял вас. Я вас понял. Эта логика такая же, как и с сундуками. Делаем вот так и погнали. Так. Ну, конечно. Нет. А как тогда? Она нас видит? Так, а какие у нас еще есть заклинания? Ну, есть Левиоса. Есть Экспеллиармус. Может быть, на свет она пойдет? Нам что-то говорили, кстати, про свет. Да, реально. Так, а можно я из невидимки выйду? А ты что заклинание убрал? И пипец. Так, ага. Люмус, поехали. Бабочка. Это мотылек, а не бабочка. Она летит на свет, все логично. Все, поехали, поехали. Оп-оп-оп-оп. Хорошо. Загадки со светом. Прикольно. Так, ну все. И шо? Как ее вставить туда? А, нужно свет выключить, и она автоматически туда прилетит. Окей. Блин, стрёмно на самом-то деле каждый раз переключать заклинание, потому что в любой момент может кто-то выпрыгнуть. Но давай с тобой Люмус пока что оставим. Как только будут враги, мы с тобой быстренько на паузу, и все хорошо. Так, только здесь мы поставим новое депульса. Оно, мне кажется, помощнее будет. Так, что у нас здесь? Мы с тобой все лутаем. Я напоминаю, что каждый сундук... Вот, неизвестный предмет для спины. Эту штуку мы с тобой тоже в ручей комнате сможем изучить. И, возможно, будет какой-то приятный предмет, который увеличивает нам с тобой наши характеристики. Это явно не гробница ведьмы. Нужно идти дальше. В смысле? Может, мы вот это сможем сломать? Да, смотри, они на соплях держатся. Нет?
Ага. Возможно, они откроются. Но опять же, мы с тобой можем взять люмус. Lumos. Берем бабочку. И сюда ее приделываем. Во, первая пошла, хорошо. То есть мы должны... А вот вторая. Мы с тобой должны насобирать бабочек и открыть таким образом дверь. Хорошо. Что у нас здесь? Монетки. 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 Монетки — это хорошо. Так, а здесь? А что с дверьми, кстати, делать? А вот и депульса, кстати, пригодилась. Неплохо. Ой, грибы, грибы нам тоже нужны. Так, все, больше нет, хорошо. Люмус. Ну, все понятно, так, сундучок тоже. Султан, 57 монеток, неплохо. Прикинь, сейчас вы пропустили, и пипец. Все, и последнюю, третью бабочку мы с тобой также сюда вставляем. Красиво. Вторую дверь открыли. То есть с каждым новым шагом мы с тобой пробираемся все глубже и глубже. Интересно. Так, тут какая-то ловушка. Такое ощущение, что здесь кто-то есть. Ну, вполне возможно. Тут какие-то стражи должны быть, наверное. Так, если что, сразу с тобой ставим на паузу и погнали. Ага, ну конечно, скелет какие-то. Здорово. А, это мумии. Ничего себе. Мумии — это прикольно. Инферналов лучше сначала поразить огненными заклинаниями, чтобы они получали больше урона от других атак. Изучите меню коллекции, чтобы узнавать уязвимости своих врагов. Охренеть, то есть серьезно, нам вот эти вот огненные штуки когда-то пригодились? Так, тихо. Тихо, потому что мы с тобой люмус убираем. Ставим сюда вот это вот. И все, и погнали. Делов-то. Вот так берем. Вот так нормально. И вот так вот. Ой, хорошо. Все, и начинаем вот так вот. А, так они вообще бесполезны. Они типа только рукопашкой фигачат. Ой, нормально. Вот сейчас будет, кстати, красиво, мощно. И прикольно, потому что огонь, сам понимаешь, выглядит довольно-таки эпично. Древнюю магию я на них юзать не буду. Они как бы бесполезные. Ну да, смотри, когда они горят, сейчас они вообще урон не проходят, ничего себе. То есть их можно уничтожать только реально чуть ли не огненными заклинаниями, и все. Потому что обычный дефолт, я сейчас хотел спавнить, им вообще пофиг. Зловоние мертвецов. Так, пригодится. Не знаю пока что для чего, но пускай будет. Пускай будет, это мы с тобой забираем, это нам надо, как говорится. Так, а тут мы можем пройти? Можем. У нас с тобой какой-то сундучок. Мантия для одиночек. Как печально. А есть мантия для двоих, типа? Что за такие приспособления, интересно. Так, а нам нужно куда-то дальше, да? Ну, слушай, нормально, враги нормальные. Мне они больше нравятся, чем пауки, типа с ними намного комфортнее. У них нету каких-то таких, знаешь, необычных, непредвиденных ударов. Ты их просто держишь на дистанции и фигачишь по ними, по ним, точнее, огнем. И красота. Так, что у нас это такое? А, это какая-то большая бабочка-мотылек. А куда их вставлять? А, ну, как обычно. Так, значит, мы с тобой берем и ставим вот это вот. В принципе, его можно и не вырубать, потому что экспеллярмус, ну, на них не очень работает. Я это уже заметил. Похоже, эта шестерня должна вращаться. Как бы заставить это сделать? Слушай, я знаю как. Нужно собрать все бабочки, и все начнет вращаться. Но вот как залезть наверх, это вопрос другой. А так она сюда не прилетит, да? Блин, мне так нравится, как включается этот люмус. Прям очень атмосферно становится. Так, а что мы с тобой можем здесь еще использовать? Вот эту штуку. На ней вроде была бабочка. Давай ревелио. Ревелио, дверь, бабочка. Тут же изображение мотылька, что и на двери. Да, я понимаю. Мы с тобой уже видим сквозь текстуры, там будет какая-то штука, которую мы должны притянуть. А, подожди, может на нее встать надо? Ну, конечно! Так, и вот так. Нет? Может, люмус? А что это за символ вообще такой? Это просто штука выглядит, как будто бы на нее можно вставать, либо что-то поставить. Огонь. Огонь горит. Хм. Ты понимаешь, как решать эту головоломку? Я, если честно, нет. Lumos. Но она не хочет. Подожди, может нужно обойти и там мы с тобой что-то не увидели? Типа с другой стороны? Вот сюда мы можем залезть?
не можем. И здесь тоже никакого прохода нет. Ну, типа, есть решетка, но... Тут мы пройти не можем. Так, а если Ревелио? Ревелио... О, сундук, кстати. Сундук это хорошо, как до него долезть? Непонятно. Это дополнительная какая-то штука. Она, скорее всего, нам не нужна. Может, мы можем что-то двигать? Вот, смотри, такой же символ, кстати. Конфринго Инсендио не работает. А мы можем его... приманить, типа? Не можем. Мы с тобой изучили депульса, давай вернемся. Я просто сомневаюсь, что в сундуке прям что-то такое важное. Скорее всего, нужно решить вот эту именно головоломку. Может, депульса фигануть? Чтобы она реально закрутилась? Да нет. Не понял. Охренеть. Lumos. Я просто привык, что если ты в играх что-то куда-то вставляешь, и оно вставляется, это значит, что забирать оттуда явно не нужно. А тут оказывается, чтобы добыть третьего мотылька... Знаю, депульса поможет. Окей. То есть одной бабочки нам с тобой хватает для того, чтобы запустить этот механизм в действие, потом мы фигачим депульса, который мы как раз таки учили, вот так вот. Вот так вот. Вот так. Ну, конечно. Все, эта штука поднимается. Хорошо, я все понял. Жесть. Сколько только у меня не было всяких предположений по тому, как это место нужно проходить. Ты даже не представляешь. Все, поехали. Спускаемся. Опускаем эту бабочку сюда. Эту также собираем. И поехали. Все, теперь будем знать. Окей. Прикол, конечно. Максимально внезапно. И неожиданно. Окей, заходим. Че, новый махач будет? Пока что вроде нет. Монетки тоже собираем. Ну, как бы это гробница, логично, тут деньги должны быть. Но я бы еще подрался на самом деле. Что это там висит? Выглядит опасно. Ух, ни хрена. Выглядит опасно. Мы можем сделать вот так. Не можем. А вот так? А вот так можем. Сейчас упадет. Скидыш. Найс. Ничего не поделаешь, надо спускаться. В смысле? Куда спускаться? Пока рановато. Нужно залутаться. 24 монетки. Заперто с той стороны. Че заперто? Стильный школьный плащ. Блин, какие-то шмотки нам с тобой выпадают бесполезные. Так вот здесь мы можем выйти? Можем. Зачем нам в дырку прыгать, когда тут есть безопасный проходик? А, или это что-то дополнительное? Это что-то дополнительное, окей. Так, сундучок. А сундучок? А это не сундучок. Это вот такая замечательная штукенция, с помощью которой мы с тобой найдем сундучок. Ладно. Мрачный шерстяной шарф. Капец, мы с тобой уже... Офигеть, я это у себя просчитал в голове. Коллекция обновлена, движущиеся портреты. Ладно. Я просчитал, короче, этот мув у себя в голове. Думаю, да не получится. А что это не получится? Взяли, как ассасины запаркурили. Так, и что? Это ж опасно, пипец. Так не должно проходиться. Или должно? Мы с тобой отсюда пришли или откуда? Да, отсюда. Но он сказал, надо спускаться. Может, мы этот ящик вначале кинем? Кстати. Ну, хотя вряд ли. Давай попробуем спуститься, ладно. Все, поехали. А, это вода. Окей. Нажмите L, чтобы плыть быстрее. Ой, нормально. Это так же, как с бегом, но только с плаванием. Хорошо, и мы с тобой вышли в какой-то главный зал, где у нас тут дофига всяких дурачков. Инсендио, Конфринго, до свидания. Ой, вас тут много. Горшками покидаемся, самое то, я считаю. Ой, Люмус тут зачем? Взял Люмус кучу зачем-то. Ой, хорошо, отходим. Отходим, отходим. Так, главное держать дистанцию. Держим дистанцию, РБшечка. До свидания. Ой, вначале надо вот так делать. Вух, это они нас окружают. Вот как раз таки нам с тобой огненные заклинания и понадобились. Тихо, вначале поджигаем. Подходим, подходим, не стесняемся. Хорошо. И после того, как они горят, ну, начинают гореть, они уже прям вообще бесполезны. Ну, урон, типа, я имею в виду, очень хорошо им наносится. Все, изи, делов-то было. Сейчас мы с тобой насобираем черепков. А, нет. Подожди, они бесконечно пойдут? А почему?
Или это последний? Нет, они реально бесконечно ходят. А как так? Слушай, если они ходят бесконечно, значит, нужно будет что-то сейчас придумать. Комбинация 23. Нет, все-таки мы с тобой их добили. Хорошо. Просто появились новые, и мне показалось, что вдруг... В меню испытаний доступны награды, которые вы еще не забрали. Так, зловоние мертвецов уже 7 штучек пойдет. Ну, вообще, изи, смотри, они нас даже ни разу не коцали. Так, блин, я опыт забыл взять. Или не опыт, что это такое. Так, и у нас с тобой очередная бабочка. Раз бабочка, которую мы, наверное, можем сюда вставить и что-то покрутить. Вот эту штуку, скорее всего. Давай так и сделаем. Ну, в принципе, тот каст заклинаний, который у нас сейчас стоит, мне кажется, максимально оптимальный. Любовь. Так скажем, потому что... Ну, каждый раз переключаться, это... А, так нельзя, оказывается, делать. Каждый раз переключаться, сам понимаешь, такое себе. Блин, а когда я, кстати, как Sonic X передвигаюсь, у меня тоже свет есть, поэтому... Ну, мотылек мог бы и проследовать. Так, вставляем. А, не-не-не-не, вначале сюда, вначале сюда, вначале сюда. Так, хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да успел. Да в смысле? Давай-давай-давай. Так, нам сюда. Спасибо. Что у нас здесь? А здесь у нас двери. То есть мы с тобой можем, поднявшись сюда... О, эта штука крутится, а это поднимается. Так, а зачем? Давай посмотрим. Только не свались. Похоже, это еще сложнее. Да не, иди, сейчас разгадаем. Во. Типа поднялось. Зачем? Чтоб сюда, может, мотылька поставить? Пока что не очень. А вот еще один, кстати, мотылек. Походу понял, смотри. Мы сейчас делаем вот так. Теперь мы с тобой делаем вот так. Иди сюда. И вот эту штуку нужно, наверное, как-то успеть. Нет? Или, может быть, ее сюда поставить изначально? А тут что-то еще есть? Давай посмотрим. Помимо мотылька. Если запустить вращение, платформа поднимется. Гениальные лайфхаки, спасибо за совет. А, мы можем здесь код пройти, серьезно. Сундук, 36 монеток, приятно. Давай пройдем. Lumos. Что у нас здесь? Блин, очень круто сделано в том плане, что тебе кажется, ты идешь дальше по сюжету, а это просто такой уголок, который можно даже не исследовать. А можно исследовать, увидеть все вот эти вот барельефы, камушки. Прикольно. Проработанность реально прям на уровне. Так, а собственно мы с тобой возвращаемся к нашей головоломке с этой штукой. Что-то бомбануло. Так, осмотрите гробницу, осмотрите гробницу. А где бабочка, кстати? Чего? Или она появляется только когда мы с тобой эту штуку поднимаем? А где бабочка? А, мы с тобой ее в ворота засунули. Lumos. Нет, сюда она не хочет возвращаться. А зачем, в принципе, вот эта основа нужна? Да можешь спрыгнуть, не переживай. Вот. А, на ней, походу, изначально первая бабочка и стояла. Нет, первая стояла вот здесь. Как мы эти бабочки можем переделывать? Вот, кстати, еще одна. Я ее, кстати, не заметил. Берем. Ой! Извините, пожалуйста. Бомбанули вместе с бабочкой. Нормально. Так, нужно понять... А, может быть, мы можем ее таким образом поднять наверх? Да. То бишь, схема такова. А как мы потом эту тогда доставим? А вон, кстати, еще одна бабочка. А чего у нас так много бабочек? Их же 3 должно быть. Или типа в этом и прикол, что одна у нас вращается? Капец. Я это вообще не заметил. Тогда все, изи. Опа. Все. Я думал, будет сложнее. Типа, я сразу начал продумывать шаги вперед, как мне с использованием вот этой штуки оттуда еще достать бабочку.
И что типа делать? Вот и последнее пристанище ведьмы. Лорд Гок сказал, что шлем в ее саркофаге. А сейчас они встанут, смотри, сейчас будет жопа. Сейчас мы такие проходим. Опа. Мертвая Папламба. Должно быть, твои подельники смылись, прихватив шлем. Лорд Гоку это не понравится. Кольцо с печаткой. Надо показать это Лорд Гоку. Мне это имя странно, потому что есть Лорд Гок. Я хочу сказать Лорд Гок, а тут Лорд Гок. Типа наоборот. Так, и что? Эту дверь явно открывает какой-то механизм. Делов-то! Взяли, подошли и погнали. И смылись, скорее всего, его эти сообщники, подельники тоже через этот проход. Ну, то есть, мы с тобой опоздали, получается. Зачем нам, правда, эта печатка, вообще не ясно. Но, возможно, Лорд Гоку что-то она даст. Типа он такой посмотрит ее, понюхает, может быть, оближет, такой, чувствую вкус Ранрока, и все, и мы такие, ну пипец, у Ранрока шлем, мы не успели, до свидания, мы ливаем. Непонятно, что мы одни, опять же таки, как Гарри Поттер со своими друзьями, так и наш главный герой, просто одни спасаем человечество, прикинь? То есть пока там эти дурачки учатся, мы с тобой тут занимаемся реально важными делами. Вернитесь к Лорд Гоку, завернулись. Лорд Гок, здравствуйте. Лорд Гок. Лорд Гок, саркофаг разграблен. Мне не удалось обнаружить шлем, только мертвого Пепламба. Черт возьми, они добрались сюда первыми. Нам нужно заполучить его, иначе им воспользуются руку, чтобы выслужиться перед Ранроком. Я видел неподалеку один из их лагерей, но боюсь, вам придется пойти туда в одиночку. Для меня сражения остались в прошлом, ну естественно. Что ж, ладно, пойду, наверное, мне понадобится помощь. Ну, помощь-то понадобится. Целый лагерь грабителей Руквуда? Мне может понадобиться помощь. К сожалению, у нас нет времени. А жизни ты в моей вообще пофиг. Заберите шлем, пока до него не добрался Руквуд. Иначе мы не получим вещь, имеющую хоть какое-то значение для Ранрока. Короче, здесь, походу, такой прикол, что ты подумай только, мерзкие ворюги стащить такую ценную реликвию. То есть, что бы ты ни выбирал, реально, он такой, ну, ничего, пойдешь, нормально. И как бы, ну, смысл реально этих реплик, которые ни на что, по сути, не влияют. Выбор без выбора, как говорится. Так, 200 метров, хорошо. Тут уже нам, скорее всего, с тобой понадобятся максимально мощные заклинания. Поэтому мы сейчас с тобой сделаем следующее. Люмус нам не нужен. Можно, кстати, по стелсику попробовать пройти. Давай так и сделаем. И вот это вот тоже. Блин, а что поставить? Давай вот так. Во. В принципе, норм. Если стелс провалится, мы с тобой сразу поставим огонь. Так, ищем. Мне реально интересно, вот как мы с тобой в... Так, сейчас лучше ничего не взрывать, потому что я уже вижу там на радаре челика. И опять мы с тобой ночью идем, ну пипец. А, как мы с тобой с... Гоблином. Да, не с гоблином, точнее, а с мистером Фигом. Помнишь, по стелсу в лагерь гоблинов завалились? И всех повыносили просто одним выстрелом. В спину, так скажем. Опа. Интересно, кто тут жил? Это, кстати, эти дурачки, которые сейчас могут появиться. Но это вроде не произошло. Северный Хогвартс. Да, смотри, они туда и полетели. Хорошо, нас не спалили. Так, ну сохраняшечка у нас прошла, после того, как мы вышли из этого хранилища. Поэтому, в принципе, бояться нечего. Но, опять же... О, олени. Блин, животный мир тут тоже довольно-таки классно сделан. Прям как в Гарри Поттере. Логично. Но я про то, что, типа, ну, разработчики могли так не запариваться и сделать просто тварей. Нюхлер! Да ладно! Замок уровень 1, фак! Короче, Нюхлер это персонаж из магических тварей, этих вот волшебных тварей, то, что является, по сути, продолжением Гарри Поттера. Блин, и там это пипец какая пасхалка! Так, все, врубаем Invisible и погнали. Вот они, это Пепламбы. Ну, мы с ними уже дрались, в принципе. Так, ну смотри, сейчас они... Вот какого хрена, что происходит? А, они с троллем дерутся? Так пусть дерутся, тролль хороший, всех поубивает и нормально. Во, нормально! Лесной тролль, 16 уровень. Но мы его древней магией на раз-два щелкнем, но сейчас эти все... А, они испугались, да? Нет, они наоборот прилетели, сейчас будут драться. Все, нас пока что не видят и не замечают, это хорошо. Ну и нормально, просто понаблюдаем со стороны. Тактически, тактически нужно врага переигрывать, вы чё? Экспульсу, да-да-да, давайте воюйте, ребят. Нормально. Главное не спалиться. Ой, тролль хорош. Всех разнес. Все? Делов-то. А теперь выходим мы. Скидыш.
И что? А вот сейчас? А вот сейчас нормально. А вот сейчас нормально. Не так уж много мы ему захилили. Тихо. А мы можем его толкать? Не можем. Ему пофиг. Но, судя по его хпшкам, ему не так долго осталось жить. Тихо. Тихо. Хилка. Отходим, отходим. РБшечку. Нормально. И конфринга. Найс. Все, уровень апнули? Не апнули. Победить испытание троллей. Одним мерзким троллем меньше. Да. Задача профессора Онай. Козявки тролля. Неплохо. Так, давай мы этих пацанов тоже залутаем, которых тролль уничтожил. Серебряные очки. Защитные очки с коричневым глазом. Тритона. Это неплохо. Рыба? А что тут рыба делает? Она выпрыгнула на мост? Серьезно? Офигеть. Слушай, как хорошо тролль влетел. Вот прям идеально. Смысл драться с целым лагерем, когда можно просто подождать? Я считаю, это гениально. Так, нужно забрать шлем. Вот он. Нет, это рябиновый отвар. А где шлем? А шлем, возможно, в палаточке. Сейчас залутаемся быстренько. Шапочка Куфи с кисточкой. Топорик. Ой, аккуратно. Чуть не ушатал. Так, давай мы с тобой сразу переоденемся. Быстренько, быстренько. Ой, не ревелю. Быстренько переоденемся для того, чтобы прокачать немножко наши скиллы. Соответственно, заходим в снаряжение. Вот, у нас появились с тобой новые перчатки какие-то модные. Нет, минус 22 не пойдет, естественно. Очки, что по очкам? Минус 18 тоже фигня, продадим потом. Головной убор. А что, он закрыт? А, 13 уровень, потому что. Окей. А еще, короче, я понял, что есть предметы. Например, смотри, как этот плащ. У него слева наверху горит вот такой вот синенький значок. И он означает, что есть какой-то дополнительный у него пассивный навык. Здесь это, например, снижает урон, полученный от топероек. Что тоже, в принципе, очень даже неплохо. А так, что у нас здесь? Нет, не внешний вид, извините, вот так вот. Но мне кажется, он хуже. Да, на 26, офигеть. Набрали фигни какой-то. Там шарфик вроде неплохой был. 24, 24. Вот этот предмет мы с тобой еще изучим. А шарфик должен быть неплохой. Нет. А почему там стрелка вверх была зелененькая? Стрелка вверх же означает, что все четко. Вот, здесь, наверное, как раз таки в сундуке травология. Чего? Какая травология? Мне шлем нужен. Не понял. А, ну давай ревелио. Смотрим. И что? Заберите шлем у воров. Может, вот там этот шлем? Я, конечно, фиг знает. Да, должно быть в этом сундуке. Шлем Уркота, да? Вот так. И еще прилетели, ну звездец. Это тебе за руку, да? Твои деньги... Что? Кто? Ну... Так, тихо, отходим. А мы можем... Ой! Ой! Так, стоп, секунду, вот это уже сложно. Если они спавнят этих дурачков, значит вначале мы ставим вот это. А вот это ставим сюда, да? Нормально. Тихо. Хорошо. Экспелиармус. Тихо. Вот так вот. Ой, нормально, со всех сторон фигачим. Ты посмотри, какие профессионалы. На тебе мешочком. Добиваем. Ой, чисто Нео из Матрицы. Победите темных волшебников. 8 из 10 уже, класс. Мы сейчас уровень как раз прокачаем. И некому разделить эту победу. Рубиновый отвар, отлично, 14 штучек, красота. Так, что у нас здесь? Лутаемся. А, зловоние мертвецов, ну да, можно, в принципе, собрать. Рябиновый отвар, красота. Короче, вообще идеально. Мне кажется, очень даже хорошо мы с тобой на этот лагерь налетели. Никакой помощи нам не понадобилось. Блин, нухлера я хотел бы забрать. Прям пипец. Ну, прям малыш. Ладно, возможно, мы с тобой еще вернемся, потому что пока что лохомора, к сожалению, мне не изучено. Соответственно, остается просто... ждать и надеяться, что мы сюда еще придем. Опа. А куда это мы полетели, пацаны? Пацаны и девчата. Так, что у нас здесь? А, здесь у нас какая-то... Здесь какая-то у нас древняя магия. Хорошо, но пока что у нас с тобой задание, поэтому не до древней магии. Шляпки прыгающих поганок, берем. Я вон вижу их на...
Радари где-то слева, но мы их лучше обойдем аккуратненько. Они там разговаривают, что он должно быть где-то здесь. Мы теряем время, да пофиг. Можете терять, мы погнали к профессору. Точнее, к профессору, а к нашему гоблину. Ой, нормально. Уходим победителями. И с шлемом. Еще рябиновый отвар, красота. И с рябиновыми отварами. У нас было 13, даже меньше, потому что мы несколько с тобой использовали, по-моему. Сейчас уже 17, красота. Ничего и варить не надо. Так. Мне кажется, теперь наш друг гоблин будет доволен. Ну, здорово. Так. Мне удалось забрать шлем у Пипламп. Браво! Это точно произведет впечатление на Ранрока. Этот шлем блестит еще ярче, чем я представлял. Какая гравировка, какие линии. Потрясающе. А зачем нам впечатление на Ранрока производить? Шлем как шлем. Он великолепен. Он великолепен, Лотгоб. Понятно, почему ты хотел его вернуть. Забрав его, вы оказали грабителям услугу. Я знаю многих гоблинов, которые убили бы за этот шлем. О, тогда хорошо, что он не останется у меня. Благодарю вас. Теперь нам удастся завоевать доверие Ранрока. Я сейчас же отнесу ему шлем. Может, это отвлечет его от поисков? Поисков? А, это так, догадки. Вы произвели на меня огромное впечатление. Хорошо, что я доверился вам. Что-то не договаривает, ты смотри. Каких там нахрен поисков? Скоро все обсудим. А пока лучше держать наш уговор в тайне. Мало кто поверит, что у нас с вами может быть общая цель. А, ну типа да. Задание завершено, шлем Уорткота. Так. А уровень еще, ой, красота, смотри, новое задание, изучение тварей, 13 уровень, и как раз таки сейчас уже, ну не сейчас, а в следующей серии, потому что уже много с тобой играем, заходим в задание, вот сюда, и открываем как раз таки задание с изучением тварей, которое было доступно с 13 уровня, и вот теперь у нас с тобой есть, идите на занятие по изучению тварей, хотя в принципе, а давай быстренько сгоняем на изучение тварей, почему бы нет, под конец серии, так скажем, изучить этих тварей. А, вот, возможно, потом и за Нухлером вернуться. Посмотрим. Так, что у нас по карте? По карте это где должно быть в Хогвартсе, логично. Да, мы с тобой сейчас за пределами, заходим, карта Хогвартса. А, и вот сюда, получается, отправляемся, на улицу. На улицу, а где у нас ближайший телепорт? Где-то здесь, хорошо. Рядом с Квиддичем. Ой, вообще идеально, смотри. Переместиться. Красота. В принципе, здесь уроки не такие уж и долгие, поэтому я думаю, что мы с тобой успеем здесь еще пройти одно задание. Вот, а может и нет. Блин, нас не просто так познакомили с этим Нухлером в клетке. Просто даже если мы изучим вот эту вот возможность приручения животных, все равно мы не сможем без Алахамора открыть эту клетку. Поэтому, скорее всего, до Нухлера нам с тобой еще далековато. Вот, здесь мы уже были. Здрасте. Начинаем задание. Так. Добро пожаловать! Вижу, вы уже познакомились с некоторыми существами, которых мы с вами будем изучать на занятиях. Но помните, что относиться к ним легкомысленно нельзя. Каждое из этих существ по-своему опасно, особенно для тех, кто не умеет с ними обращаться. Какой милашка. И говорит она не быстро, красота. Ой. По-видимому, многие из вас подзабыли, как ухаживать за волшебными существами. В таком случае начнем с повторения основ. Это база. Слушай, сегодня у вас в классе пополнение. Мисс Добринг, пожалуйста, на этом уроке помогите новому ученику. Хорошо, профессор Ховен. Привет, я Поппи. Поппи Добринг. Поппи. Не волнуйся, профессор Ховен иногда преувеличивает. Все существа на ее уроках совершенно не опасны. Не волнуйся, профессор Ховен иногда преувеличивает. А, это все то же самое. Мисс Добринг, не отвлекайтесь, пожалуйста. У карликовых пушишек очень шустрые языки. Хорошо, профессор. Пушишка. А, мы с тобой их уже, кстати, увидели. Вот, можешь попрактиковаться на Джеральде. Какая милашка, только берегись его языка. Так, что это у меня с языком? Джеральд, возьми мою щетку, только будь аккуратней. А, и думай о чем-нибудь хорошем, по-моему, тогда ему будет еще приятнее. Ой, какой хороший. Чисто пушистый кот, у которого есть только голова. Нажмите направо, а затем назначьте щетку для поглаживания тварей на ваш комплект заклинаний. Ух, нифига. Это тоже своеобразное заклинание? Ну, типа сюда. Так. Ой, хорошо. Сердечки появились. Славно. Уверена, ему понравилось. Ну еще давай почешем. Мне кажется, он проголодался. Дай ему немного корма. Так. Снова направо и теперь корм. Хорошо. Нужно кормить, ухаживать. Блин, это столько, так скажем, жанров сочетать в себе эта игра. Интересно, какие эти дрожжи на вкус для Джеральда? Может, как пудинг?
Как ему это нравится? Думаю, теперь вы с Джеральдом подружились. Это хорошо, потому что он очень милый. Да. Точно, он очень миленький и уверенный в себе. И чистоплотный. Все молодцы. А теперь давайте пройдем к вольерам и выберем другое существо. Гиппогрифы, давайте. И прошу быть осторожными, когда кормите и вычесываете их. Окей, ну да, главное, какое-нибудь заклинание огненное не бахнуть случайно. Мисс Добринг, покажите нашему новому ученику жмыров в дальнем крыле. Иди сюда. Жмыров держит вот там. Жмыры? А, ну это как будто большие коты какие-то. Жмыры. За парочку усов жмыра можно выручить пару-тройку кнатов, а может и больше. Хватит на покупки в сладком королевстве. Кряхтит от усилий. Ты чё издеваешься над зверюшками? Вот дурацкая тварь. Сейчас он его нахрен покромсает. Во имя Мерли, ты что творишь? А, так это чудачка Поппи. Что, распереживалась за никчемного грызунишку? Это грызун? Ее зовут Персефона. Ее зовут Персефона. Это не смешно. Понял? Эй, здрасте. Идем. Просто студент Слизерин, ну нейм какой-то, домотался. К животным пристал. Ой, какой хороший. А почему он грызун-то? Это наоборот кошка же. Этим двоим вообще нечего делать на этих занятиях. Будущие браконьеры. Персефона сразу почуяла неладное. Так, давай их кормить. Аккуратно. Спасибо за помощь. Ну что ж, продолжим. Шмыров тоже нужно покормить и расчесать. Окей. Поехали. Кормим. Тебя кушай. Только жопу его не кушай, пожалуйста. Так, давай, а этого почешем. Ага. Нормально. Жмырам ты нравишься. Хорошего человека они сразу чувствуют, как и я. Ой, пикап пошел, нормально. Так. Итак, урок подошел к концу. Пожалуйста, закройте вольер и можете идти. Так, ну они, в принципе, автоматически. Жмыр. Так, а где наш новенький? А, вот вы где. Подойдите на минутку, пожалуйста. Да я уже здесь. Да-да-да, без проблем. Здравствуйте. Здравствуйте, профессор. Вы хотели со мной поговорить? Да. Как вам первый урок по изучению магических существ? Люди там уже полгода изучают, а мы такие, первый урок, здравствуйте. А мне понравилось. Было очень интересно. Думаю, это будет один из моих любимых предметов. Хорошо, похоже, вы понимаете, что при надлежащем отношении существа могут принести немалую пользу. Ну, конечно. Так оно и есть. Некоторые существа поставляют нам волшебные материалы. Разумеется, при условии правильного ухода. Вытеркивание усов таковым, разумеется, не является. Кстати, вы поступили похвально, но в следующий раз обратитесь ко мне. Это она про то, что мы осадили этого школьника из Слизерина. Yes, профессор. Хорошо, профессор. Они ничем не лучше дикарей из банды браконьеров Руквуда. Увы, страдаем от них в основном мы. Понятно, да, понабирают там. Нам часто попадаются мертвые существа. Это просто ужасно, бессмысленные смерти. Но кто-то же должен привлечь браконьеров к ответственности. Министерство, например. Вы настроены оптимистично. Но давайте займемся более насущными вопросами, с которыми можем справиться сами. Ну, типа, не туда мы нос суем, да? Профессор Уизли попросила меня подготовить для вас несколько задач, чтобы помочь вам догнать сверстников. Сейчас спидран по животному уходству. Ждите от меня сову. А пока советую вам изучить как можно больше различных существ. Ага. То есть, если нам нужны всякие, наверное, яйца, перья и прочие штуки, мы с тобой должны их изучать. Надо поговорить, иди сюда. Что такое? Давай поговорим. Поппи, ты что-то хотела? Поблагодарить тебя еще раз за то, что заступился за меня перед теми негодяями. Ты прям как Авгурей в полуденной тьме. Я очень надеюсь, что это хорошо. Это наше с бабушкой выражение. Означает, что кто-то или что-то приятно удивили. Неплохо. Во всяком случае, мы так решили. Не мог же я просто стоять и смотреть, как они мучают его. У нас с тобой одинаково это. Вообще-то именно поэтому я решила тебя кое с кем познакомить. В лесу. Звучит интересно. Теперь мне любопытно. Отлично, показывай дорогу. На это я и рассчитывала. Следуйте за Поппи. Погнали. Фига пощемило.
Я бы не позвала туда, кого попало. Вообще-то ты первый. О, нифига, Поппи нас в лес позвала, значит. Правда? Тебе спасибо за доверие. Я говорила, мы с тобой похожи. Это неожиданно, но приятно. Все хотят нас куда-то привезти, увезти, запикать, что такое? По-моему, сегодня отличная погода, правда? Ой, да, погода прекрасная. Поппи, куда ты меня ведешь? Знаешь, лучше я тебе просто покажу. Ну, она мне как бы внушает доверие, поэтому можно и прогуляться. Не волнуйтесь, мы почти пришли. Так, по пути лутаемся. Златоглазки. Чё, всё-таки гиппогрифы? Отойди. Да, гиппогрифы. Помнишь, как Хагрид его звал? Ну, конечно. Ой, хорошо. Бля, какой же красивый. Какой стилевый, да? Сам по себе черный, а крылья белые. Познакомься с Крыланой. Она красавица, верно? Стилевая девочка. Или эта текстура так не прогрузилась? Наверное, нет. Ну давай, подойди и познакомься. Только не забудь, перед тем, как приблизиться к гиппогрифу, нужно проявить уважение. Ну, конечно. Блин, реально, если так изначально и делалось, оперение прям очень красивое. Ну, то есть, необычно. Покланяться нужно, естественно. Аккуратненько, здравствуйте. Уважение, естественно. Во, нормально. Ой, хорошо. Все, он нас тоже зауважал. Хороший человек и хорошая птица. Мэтч. Так и знала. Никогда раньше не видела, чтобы гиппогриф так быстро подпустил кого-то к себе. Теперь можешь покормить ее и почистить ей перья. Так, кормим. Время от времени я навещаю ее. Ой, нормально. Приношу что-нибудь вкусненькое и рассказываю, что происходит в Хогвартсе. По ней этого и не скажешь, но она ужасно любит сплетни. Понимаю. Хорошо, так и почешем. Перышки там, ой, нормально. Кайфует, кайфует. То есть со всеми зверюшками, по сути, одни и те же действия. Покормить и вычесать. Возможно, в будущем появятся какие-то другие штуки там. Попоить, например, я не знаю. А что, покатаемся на ней? Нет? Не сейчас, возможно, попозже. Неплохо. Первое знакомство с гиппогрифами. Я считаю, очень даже удачно. Ну что, как тебе Крылана? Она великолепна. Я думаю, она великолепна. До сих пор не могу поверить, мы познакомились благодаря тебе. Так и знала, что вы подружитесь. Так значит, это к тебе прилетел гиппогриф, которого видели ученики над запретным лесом? Все может быть. А ты знаешь, что стоит однажды заслужить доверие гиппогрифа, и он до конца своих дней сохранит преданность тебе? Я убедилась в этом не просто так. А как именно вы с Крыланой познакомились? Это длинная история. Несколько лет назад я спасла ее из лап браконьеров, помогла добраться до безопасного места, и все было в порядке. Но с недавних пор все изменилось. Браконьеры? Да, опять? Ты, наверное, понимаешь, что эта местность кишит браконьерами, и я боюсь, что они снова ее поймают, а меня не будет рядом, чтобы ее спасти. Какого хрена эта школа? Здесь дети учатся, вы должны охрану поставить. Профессор Ховен тоже говорил о браконьерах и намекала, что в этом деле на помощь министерства рассчитывать не стоит. Мы с профессором Ховен редко приходим к согласию, но боюсь, в этом она права. Влияние браконьеров растет. Каждый день я встречаю их в деревне. Слоняются туда-сюда, болтают с людьми. Офигеть. Они что-то замышляют. Знать бы, что именно. Выглядит подозрительно, вряд ли это можно считать преступлением. Ты что, дурак, что ли? Выглядит подозрительно. Они действительно ведут себя странно. И, похоже, что-то замышляют. Вот именно. Надо бы в этом разобраться. Узнать, что происходит и чем они занимаются. Это какое-то дополнительное задание, или мы по сюжетке идем? Ну, давай, типа, надо разобраться. Думаю, идея хорошая. Знание — сила. Да, и чем больше я узнаю, тем легче будет защитить Крылану. Похоже, тебя не остановить. Расскажешь потом, что удалось узнать? Да, ты там пока узнавай, занимайся. А, ну ладно. Мне уже пора. Надеюсь, позже поговорим. Я думал, она сейчас заставит нас куда-то идти. А если так, то вообще без проблем. Задание завершено, изучение тварей. Красота. Прилетел гиппогриф, мы с тобой с ним познакомились, получили 260 опыта, уже скоро 14 уровень, какая красота. Вот, и, соответственно, теперь у нас с тобой только одно, насколько я помню, есть задание, как раз-таки, которое и требует 14 уровень
И в награду мы с тобой получим Алахамору. Жалоба смотрителя на Луну у нас называется задание, которым мы с тобой уже займемся в следующем видео. Но если вам понравилась эта серия, обязательно поставьте большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на телеграм-канал. Ну а с вами был ваш Дакстер. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну что тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.